ради своей родины. Они спасают людей. Они занимаются спасательством. Тушат пожар, лечат кого-нибудь. Если там вот ребенок взял спички и родители убежали из дома, а ребенка оставили. Шпилькой открывает дверь. Если у человека перелом и что-то скорое не может сделать ничего, не знает и не видит, а МЧС приходит на помощь. Ну, спасают животных. Еще МЧС спасает с деревьев. Например, кошек. Служба спасения. МЧС – это служба спасения. Мне мама с папой говорили, я уже не помню. А служба МЧС – это спасатели такие. МЧС приходит на помощь в любой ситуации. Служба МЧС – она спасает людей, если вдруг где-то большой пожар. МЧС тушит пожары, когда пожарные не видят и не слышат. МЧС, которая спасает людей, кошек, собак, с деревьев, от огня спасают и потушают пожар. Ну, на пожар или на спасение человека? Когда пожар, пожарная машина включает эту сигнализацию или мигалку, вот. И эту машину все, и пожарную машину все пропускают, потому что пожар, его нельзя замедлить, пожар быстро начинается. Поэтому если пожар начнется, и он уже, машина не успеет доехать, то пожар, он станет больше, больше, больше. Я видела только полицию. На помощь, потому что был пожар. Я видела какой-то тух. Это МЧС проезжала, спасать людей ехала. Только по телевизору. Когда я родилась, нет. Мне мама ничего не рассказывала. И ничего не было. Фен перегорел, и лампочка отключилась одна. Я видела только, мне мама показывала, там машина тогда перевернулась так, И там вот дядя так вот на корточках был. Ну, короче, большой был дом, и там в одной квартире, короче, был огромный пожар. Приехала полиция, еще красная машина приехала, вот. И дверь так быстро плавилась, что даже пожарные на такой вызов не смогли поехать, и человек просто... Он не смог выбраться. Они вытаскивали кошку из беды. Кошка попала в узкое отверстие в деревья и висела, и чуть не умерла. Но МЧС подоспели и спасли ее. Я желаю, чтобы они всегда работали одной командой. И никогда друга в беде не бросали. Я бы им пожелал счастья, желаний, чтобы они всех успевали спасать. И ничего не боялись. Даже высоты смотрят. Чтобы спасатели были дружные и работали в команде. Ну, короче, денег много. Я желаю, чтобы спасатели никогда не болели и чтобы всегда успевали всем помогать, спасать в трудную минуту. Чтобы еще они были очень добрыми и очень красивыми. Я желаю вам, спасатели, чтобы вы всегда были добры, хорошая и смелая. И у вас всегда все получалось. Чтобы они всегда хорошо работали. Я желаю, чтобы спасатели всегда успевали спасать животных и людей. И всегда помогали друг другу и работали в команде. Ну и все. У меня больше нет желания.